рады, что вы действительно команда успеха, вы такие вот просто в больницу все, как Мамаева нашествие, рисуют стены на велосипеды, там просто все обалдели от вас. Организаторы не сдерживают чувств такого размаха от конкурса, они сами и не ожидали. Конкурсантки стали буквально частью жизни города и поучаствовали в массовом велозаезде и красили стены больницы. По итогам зрительского голосования они получили признание больше 16 тысяч интернет-пользователей. Это неудивительно, ведь все они такие разные. Конкурс направлен на повышение престижа работающей профессии. Действительно, в этом конкурсе приняли участие и маляр-штукатур, и кладовщик, вагоноремонтный завод, СКДМ, ВМЗ, Трансальфа Электро, многие другие предприятия и организации города. Зоя – победительница интернет-голосования. Около 1500 волокжан отдали за нее свой голос. Эта маленькая победа сделала ее лидером в общем рейтинге. Признается, что от волнения не спала ночами, но расслабляться не собирается. И несмотря на то, что подружилась с другими участницами, бороться будет до конца. Конкуренция здоровая. Всем победы, девчонка. Пусть побеждают. Будем соревноваться. Но все равно мы все дружим. Жюри предстояло оценить портфолио 36 конкурсанток. Оценки комиссии сложили с результатами зрительского голосования и определили 12 финалисток. Конкурс, организованный администрацией города и молодежным центром Горком 35, подходит к завершающему этапу. В конце сентября состоится большое шоу, на котором девушки поборются за звание «Леди Успех». Ведь каждый из них не просто профессионал своего дела, но и яркий и талантливый человек. Меня радует то, что в нашем замечательном городе возникло такое единение вот таких замечательных, я даже не знаю сказать, энергетических установок, что ли, извините такое слово, таких энергичных энергетических девушек. И вот от этого зависит вообще-то вся наша вот жизнь и здесь, и в Вологде. Завтрашнего дня красавицы уже начнут готовиться к финалу. В начетном концерте зрители увидят не только яркие танцы, но и презентации предприятий, ставших для девушек уже родными. Что за приз получит «Леди Успех», до сих пор остается тайной. Павел Громов, Игорь Трифонов. Новости Вологды.